10 декабря прошел 21-й рейтинг «Народное признание 10 года». По традиции на мероприятии отметили лучших в своей сфере. В номинации «Спортивная слава Одещины» победителем стала Федерация бокса Одесской области и ее руководитель Халид Мусаев. Таким образом, организаторы престижного конкурса высоко оценили вклад президента Федерации в победную поступь боксеров из нашего региона. В 2021-м одесский бокс совершил небывалый прорыв. Юрий Захариев стал чемпионом мира по боксу. Цотнер Агава завоевал право представлять Украину на Олимпиаде. Спортсмены из Одесской области завоевали награды на молодежных и юношеских всеукраинских и международных соревнованиях. Кроме того, при активной поддержке Халида Мусаева Одесса осенью в спорткомплексе «Университет» на 8-й станции «Фонтана» приняла чемпионат Украины среди элиты. 10 декабря в подведении итогов номинации «Спортивная Одещина» лучшей спортивной организацией Юга Украины, безусловно, стала Федерация бокса Одесской области. Президенту Федерации бокса Халиду Абдулвахитовичу Мусаеву был вручен кубок как лучшему в области спорта. И, безусловно, благодаря его личной поддержке, его работе, выезжает на каждое соревнование, чемпионат Европы, мира и Украины. Его личное присутствие, поддержка наших спортсменов, личное общение дает определенные плоды. Конечно, безусловно, данная награда дает нам стимул работать еще лучше и результаты покажем еще выше. Новые победы одесских боксеров, убеждены эксперты, не за горами. Не в последнюю очередь и по той причине, что президент областной федерации инициировал систему поощрения талантливых спортсменов. После успешного для себя турнира боксеры из Одесской области регулярно получали ценные подарки от Халида Мусаева. Программа Федерации бокса четко под его личным контролем проводит, отслеживает, стимулирует лучших спортсменов Одесской области. В этом году было подарено машину «Молодану». Также была подарена квартира за победителю чемпионата мира по молодежи. Денежные призы всем выступавшим и достойно показавшим результат на международной арене.